Телеканал РБК «Уфа» продолжает вещание из отеля «Шаратон». В эфире новости в студии Равиль Ватолин. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Вновь непривлекательные. Аналитики понизили Башкортостану инвест-рейтинг. Необоснованный запрет. Общественный совет Госкомторга прокомментировал ограничение работы крупных торговых сетей в республике. И импортозамещение в действии. Овощеводам республики власти обещают увеличить господдержку. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» повысило риски инвест-климата Башкортостана. Республика попала в группу регионов «Средний потенциал. Умеренные риски». Исследователи отмечают, что риски во многих регионах растут второй год подряд, впервые с 1998 года. Инвест-риски зависят от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической и криминальной ситуации. Величина показателя демонстрирует вероятность потери инвестиций и дохода от них. В Башкортостане функции по улучшению инвест-климата возложены на проектный офис при Минэкономразвития региона. Четыре показателя, которые вниз нас тянут. Меры государственной финансовой поддержки, процедура получения субъектами малого предпринимательства арендных помещений, как, о чем сказал Евгений Александрович, количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек и количество запрошенных дополнительных документов у предприятий в год. Сегодня Общественный совет Госкомторга Республики опроверг информацию об инициативе запретить в регионе крупным федеральным и международным торговым сетям работать после 19 часов. В ведомстве назвали сведения всего лишь личным мнением одного из членов Общественного совета. Инициативу выдвинул член Общественного совета при Госкомторге Виктор Перепелица. По его мнению, такую меру необходимо ввести, если компания не зарегистрирована на территории Башкортостана в качестве юрлица. Кроме того, он предлагает ограничить время работы после 9 вечера зарегистрированных в регионе магазинов, доля которых не превышает 10% рынка розничной торговли. Инициатива бизнесмена будет обсуждаться на ближайшем заседании совета. Учитывая не очень простую ситуацию на продовольственном рынке, я сама вот лично, как представитель общественного совета, против такой инициативы. В настоящее время, я думаю, лишние ограничительные меры на рынке продовольственных товаров, они просто не нужны и, естественно, даже просто невозможны. Эти меры могут привести к некоторому ограничению конкуренции в части недорогого ценового предложения на ряд групп продовольственных товаров. О том, как торговались акции республиканских компаний на бирже и ситуации на валютных рынках сегодня, нам расскажет начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомснаббанка Азат Амиров. Азат, здравствуй, ждем от тебя информации. Добрый день, Равиль. Чуть больше 6 часов остается до момента публикации решения ФРС США по учетной ставке. Если ставка все же будет пересмотрена, это будет первое повышение за более чем 9-летний период. В ожидании этого решения рубль умеренно ослабляется против доллара и евро. Валюты конкурента подорожали примерно в пределах 30 копеек. Торги по доллару идут на отметке 70-20, по евро 76-70. Нефть сегодня серьезно снижается, Brent теряет более чем 2,5%, торгуется по 37,72. Light снижается в пределах 1%, торги идут на уровне 38,17. Российские фондовые индексы сегодня дорожают примерно на 0,5%, это касается и ММВБ, и РТС. Акции Башнефти также торгуются в зеленой зоне, обыкновенные дорожают на 0,1%, торгуются по 2006 рублей, привилегированные растут почти на 2%, торги идут на отметке 1783 рубля. Равиль? Да, Азат, спасибо. Овощеводы республики планируют наращивать объемы производства овощей, в частности, совхоз «Алексеевский». На строительство новых теплиц и модернизацию существующих в ближайшие 3 года направят 6 миллиардов рублей. По словам руководства предприятия, дальнейшее расширение продиктовано продовольственным эмбарго, в том числе в отношении Турции, которая является крупным поставщиком овощей. На сегодняшний день в совхозе задействовано 40,5 гектаров закрытого грунта. В 2016 году запланировано строительство новых теплиц на 7,5 гектаров по голландским технологиям. Объемы транша мы планируем 1 миллиард 300 миллионов рублей потратить в 2016 году именно на тепличные хозяйства. И 2017-2018 года каждый год ежегодно 2 миллиарда 300 миллионов. Сегодня у нас есть уже проектное решение, есть сводно-сметный расчет на эти суммы. Все работы будут софинансироваться государством, 25% из федерального бюджета и 5% из республиканского. В следующем году субсидии на затраты могут увеличиться до 35,5%.
Власти Уфы выбрали подрядчиков, готовых построить социальные объекты с процентной рассрочкой платежа. По итогам тендера ими стали Су-10 и Трест Башкир Гражданстрой. Стоимость контракта Су-10 – 779 миллионов рублей. Строительная компания возведет школу на 825 мест в микрорайоне Дему-8. Трест Башкир Гражданстрой построит школу на 550 мест в Колгуевском на 456 миллионов. Обе компании стали единственными участниками конкурсов. По условиям строительство начнется при авансе в 30%. Оставшиеся 70% расходов будут выплачены в течение 3 лет. Процент, под который генподрядчики авансируют строительство, определен в 13,5% годовых. Работы завершатся к 31 августа 2017 года. У строителей сегодня очень непростая ситуация. Я думаю, что они будут хвататься за любую соломинку, которая позволит им как-то выжить в это тяжелое время. Там наверняка уже будет доложена какая-то там рентабельность в самом проекте, да, вот. Но, во-вторых, опять же, это будет зависеть, на самом деле, от финансовой устойчивости самой компании. То есть может она себе позволить, есть ли у нее финансовые ресурсы для того, чтобы закончить объект и сдать его, и потом ждать, когда с вами рассчитается, либо нет. А новостях пока все, не переключайтесь.